Здравствуйте! Поздравляю всех с этой нелепостью под названием 14 февраля. Что нас не убивает, делает доходягами. У нас сегодня очень романтичная песня. Я выписала аккорды на листочек. Как обычно. Не без греха. Я сразу поняла, на это та, которую я искала от бабочек вздутия живота. Хоть я их и не впускал в глаза ее серой глубиной, как два Байкала, понять не могу, что со мной. Но мне все мало, я сам себе заламываю руки в груди моей. Сердце огнем горит, но в голове моей я снова слышу звуки, и это голос мой. Голос говорит: остановись, мудила, это чужая баба. Для этого есть название, и это название грех. Это уже не мило и даже не забавно. Беги, напиши песню, она будет иметь успех. Я сам себе заламываю руки в груди моей. Сердце огнем горит, но в голове моей снова слышу звуки, и это голос мой, и голос говорит: остановись, мудила, это чужая баба. Для этого есть название, и это название грех. Это уже не мило и даже не забавно. Беги, напиши песню, она будет иметь успех. Вышло очень романтично.